Вчера я гипотетически себя представил квасным, ватным таким патриотом, который там, значит, за Путина, за вот это все дело, и посмотрел на ситуацию с точки зрения такого персонажа. Уточним исходные данные. Поскольку я такой персонаж, я ненавижу Запад, я ненавижу Европу, я желаю им всего самого худшего. Я, значит, за то, чтобы моя страна была империей, чтобы она угнетала всех своих соседей и чтобы меня все боялись. Что мы имеем в итоге? До 24 февраля социальные все опросы показывали, что все европейское общество не понимает смысла в НАТО. И более того, силы политические, которые выступали против Евросоюза, евроскептики, набирали рекордные голоса на выборах. Евроскептицизм был популярен в Италии, во Франции, в Польше, во многих других странах Европы. Это же касается и НАТО. Страны не понимали, зачем оно надо. Граждане не понимали, зачем мы платим столько денег ежегодно на вооружение, кому оно надо. В итоге я, Василий, из Хуева-Кукуева сейчас вижу, что НАТО сильно как никогда. У Альянса гиперрейтинг. В него хотят вступить новые члены, и уже некоторые вступают. Пока я срал в яму, я наслаждался тем, что я держу на газовой игле Германию, Францию, Италию. Они отказались от моих природных ресурсов. Они перешли на Африку, они перешли на Норвегию, на Азербайджан и на другие страны, там на США, а от меня практически отказались. С 10-летним кредитом на холодильник меня беспокоила судьба русского мира. В итоге я имею то, что весь восток Украины, самый русскоязычный, меня теперь ненавидит вместе с моей страной. Имея оконченное ПТУ, я гордился тем, что в моей стране столько умнейших людей, столько интеллекта, который в итоге поуезжал за границу. И теперь всех моих врагов, которых я ненавижу и хочу стереть с лица земли, он своим интеллектом прокачивает, он работает на них, расширяя их ВПК, увеличивая их ВВП. Что? Почему мое ебало не может разблокировать кредит на iPhone?